Привет, друзья! Как всегда напоминаю вам о том самом плейлисте, в котором мы сейчас находимся. Их у меня всего 8, а вот этот вот, посмотрите внимательно на эту картинку, называется «Саксофон». И сейчас вы увидите и услышите мое новое музыкальное произведение. И вам всем повезло. Вы первые мои слушатели, именно все те подписчики моего канала, кто регулярно смотрит мои эфиры по вторникам и пятницам в 18:00 вечера. А назвал я пьесу, которую я сочинил и записал на этой неделе, назвал я ее «Скорый поезд жизнь». А что? Разве наша жизнь не напоминает быстрое движение? По сравнению с историей жизни людей на планете Земля, наша жизнь – это всего лишь навсего песчинка в песочных часах мироздания. Что меня побудило к написанию этой пьесы? А вот что. Все вы, наверное, испытывали и не раз, и не два то самое чувство, когда вы сели в поезд дальнего следования, и вот вы сидите у окна в купе, поезд вот-вот должен отправиться в путь, и вас беспокоят разные мысли. Согласитесь, вы испытываете в этот момент, ну, что-то вроде катарсиса, ну, то есть какое-то некоторое психологическое изменение своего состояния. Это может быть и радость, и даже восторг, а может быть грусть. И даже горе. Словом, у вас очень много разных переживаний, и у каждого они свои. Вот, собственно, та самая тема, которая меня крылила, и я попытался ее перевести на язык музыки и фильма. Ну что ж, а теперь переходим к музыкальной части. Итак, «Скорый поезд жизнь». Поехали! Поехали!